В Карагандинской области повысилась детская смертность, а качество медицинских услуг на низком уровне. Так накануне заявили на совещании в Нур-Атане. Отчет по 2012 году от представителей департамента здравоохранения принимал сам аким области Абильгази Кусаинов. О проблемах медицины подробнее в следующем материале. И лечение снизилось на 8,2%. Итоги работы в 2012 году и задачи на текущий год. В работе коллегии Управления здравоохранения приняли участие заместители акимов городов и районов по социальным вопросам, руководители территориальных департаментов и медицинских организаций региона. Выслушав доклады представительств различных регионов, Абильгази Кусаинов отметил, что есть множество проблем, которые необходимо решать. Почему нет эффективности от вложенных средств, почему нет отдачи? Ведь мы с вами реально понимаем, что не каждый обиженный жалуется. 370 – это та часть, которых уже достали, что называется, и они вынуждены писать письменные вещи и так далее. А сколько тех людей, которые недовольны качеством оказываемых услуг, уходят от вас, с ваших кабинетов, и дальше рассказывают соседям на кухнях и так далее, и так далее. По итогам, подведенным на собрании, стало известно, что за последний год в области увеличилась рождаемость на 2,5%, заболеваемость туберкулезом снизилась на 5%, уменьшилась и смертность от этого заболевания. Карагандинская область всегда была передовой по выпуску квалифицированных медиков. Однако результаты качества обслуживания населения остаются на низком уровне. Что надо сделать в этом направлении? Вы вот молодой человек, в здравоохранении работаете много лет. Молодым сегодня карты в руки, что называется. Вот вы должны разрубить этот Гордиев узел и показать 13-й год таким, чтобы мы в конце подводили итоги совсем по-другому, по другим вопросам и не касаясь качества оказания медицинских услуг. Вот в этом вопрос. Отсюда истекают все остальные вопросы, в том числе младенческая смертность. Эффективное предупреждение заболевания стало одной из тем обсуждений. К примеру, недавнее сообщение о калифорнийском гриппе испугало немало жителей и даже врачей. Но посетивший собрание Толяген Хамитов, директор департамента госсанпеднадзора, успокоил горожан. Однозначно сразу скажу о том, что калифорнийского гриппа ни в Карагандинской области, ни в стране не зарегистрировано. В целом эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным заболеваниям, в том числе и по гриппу, в области расценивается как удовлетворительная. Значит, мы ведем ежедневный мониторинг. Айда Ибраева, Толя Генрашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.